вы уже знаете, дорогие мои подписчики, что из моего окна, из ванной комнаты открывается прекрасный вид на мой пруд, который находится буквально в 3 метрах от дома. Вода никак не вредит дому, фундаменту, потому что пруд пленочный, и вода никуда не впитывается, не распространяется. И сейчас вот 1 декабря, ночью был небольшой морозец, и погода изменчивая. У нас уже было и минус 10, и минус 5, и плюс 10, чего только не было. И вот с тех пор, как у нас включен в пруду компрессор, вот видите, гонит воздух, то рыбки стали как-то активнее плавать. Ну, караси обычные, они плавали, а вот карпы кои, они прятались в складочках пленки. А теперь вот смотрю, даже карпы кои, они вышли из своего убежища и так себе потихоньку плавают, но не кушают корм. И я их уже давно перестала кормить. Может, они немножко там и подъедают чего-то, или червячков, или водорослей, но это маловероятно. Сейчас они уже полусонные, все жизненные процессы у них замедляются при наступлении холодов. Всем спасибо за просмотр и за подписку на мой канал.